Сура Аль-Хадид. Железо. Бисмиллахиррахманиррахим. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Саббаха лиллахи ма фис самавати валь арди, ва хуваль азизуль хаким. Славит Аллаха то, что на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый. Лаху мульку ссамавати валь ард, юхи ва юмит, ва хуа аля кулли шайин кадир. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Он оживляет и умерщвляет, и он способен на всякую вещь. Он первый и последний, высочайший и ближайший. Он знает обо всякой вещи. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم Валлаху бима таъмалуна басир. Он тот, кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на трон или утвердился на троне. Он знает о том, что входит в землю, и о том, что выходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете. Лаху мульку ссамавати валь ард, ва иля Аллахи турджа'уль умур. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и к Аллаху возвращаются дела. Юлиджу лейла фин нахари, ва юлиджу нахара фин лейль. Он увеличивает день за счет ночи и увеличивает ночь за счет дня. Он знает о том, что в груди. Аминь биллахи ва расулихи ва анфику мимма джаалакум мустахлафина фих. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Веруйте в Аллаха и Его посланника и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжении. Тем же из вас, которые уверовали и расходовали, уготована великая награда. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Что с вами? Почему вы не веруете в Аллаха, тогда как посланник призывает вас уверовать в вашего Господа? Он уже взял с вас завет, если только вы действительно являетесь верующими. Он тот, кто ниспосылает своему рабу ясные знамения, чтобы вывести вас из мраков к свету. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к вам. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من
بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Что с вами? Почему вы не расходуете на пути Аллаха, тогда как Аллаху принадлежит наследство небес и земли? Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до покорения Мекки. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее, и Аллах ведает о том, что вы совершаете. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Если кто одолжит Аллаху прекрасный заем, то Аллах увеличит его для него. Ему уготована щедрая награда. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. В тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими женщинами и справа от них будет распространяться их свет. Возрадуйтесь сегодня райским садам, в которых текут реки. Вы пребудете в них вечно. Это и есть великое преуспеяние. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: «Погодите, мы позаимствуем у вас немного света». Им будет сказано: «Возвращайтесь назад и ищите свет». Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи мучение. Юнадунахум алам накум маакум калу бала валакиннакум фатантум анфусакум. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Они будут взывать к ним: «Разве мы не были с вами?» Они скажут: «Да, но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель, сатана, обманул вас относительно Аллаха». مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа. Вашим пристанищем будет огонь, который более всего подобает вам. Как же скверно это место прибытия. ألم يأن للذين آمنوا تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من
الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени, и многие из которых являются нечестивцами? اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Знайте, что Аллах оживляет землю после ее смерти. Мы уже разъяснили вам знамения. Может быть, вы уразумеете. Инна аль-муссаддиқина валь-муссаддиқати ва акраду Аллаха кардан хасанан юдаафу лахум ва лахум аджрун карим. Воистину, для мужчин и женщин, которые раздавали милостыню и одолжили Аллаху прекрасный заем, он будет увеличен. Им уготована щедрая награда. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Уверовавшие в Аллаха и его посланников – это правдивейшие люди. А павшие мученики находятся возле своего Господа, и им уготованы их награда и их свет. А те, которые не уверовали – и сочли ложью наши знамения, являются обитателями ада. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. Знаете, что мирская жизнь всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами, и стремление обрести побольше богатства и детей. Она подобна дождю, растения после которого восхищают земледельцев, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху, а в последней жизни есть тяжкие мучения и прощение от Аллаха и довольство. Мирская жизнь – всего лишь предмет обольщения. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Стремитесь к прощению от вашего Господа и раю, ширина которого подобна ширине неба и земли. Он уготован для тех, которые уверовали в Аллаха и его посланников. Такова милость Аллаха, которую он дарует тем, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко. Мы поведали об этом для того, чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не радовались тому, что Он вам даровал. Аллах не любит всяких надменных бахвалов. Которые скупятся и велят людям скупиться. А если кто отвернется, то ведь Аллах богатый, достохвальный. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. Мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и весы, чтобы люди придерживались справедливости. Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая сила и польза для людей, для того, чтобы Аллах узнал тех, кто помогает ему и его посланникам, хотя и не видит его воочию. Воистину, Аллах всесильный, могущественный. Мы уже отправили Нуха и Ибрахима и установили пророчество и писание в их потомстве. Среди них есть такие, которые следуют прямым путем, но многие из них являются нечестивцами. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Потом мы отправили по их следам наших посланников и отправили Ису, сына Марьям, и даровали ему Инджил. В сердца тех, которые последовали за ним, мы вселили сострадание и милосердие, а монашество они выдумали сами.
Мы не предписывали им этого, но они поступили таким образом, дабы снискать довольство Аллаха. Или мы предписали им только стремиться к довольству Аллаха. Но они не соблюли его должным образом. Тем из них, которые уверовали, мы даровали их награду, но многие из них являются нечестивцами. Я أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и веруйте в Его посланника, и тогда Он одарит вас вдвойне из Своей милости и дарует вам свет, при котором вы будете идти, и простит вас. Аллах прощающий, милосердный». لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Аллах одарит вас для того, чтобы люди Писания знали, что они ничего не способны приобрести из милости Аллаха, и что милость находится в руке Аллаха, который дарует ее тому, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью.